Куда сходить на выходных в Казани? Развитие бренда Казанского федерального университета. Известен победитель конкурса «Студенческий стартап». Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Максим Мартынов. Казанский федеральный университет продолжает поощрять талантливых молодых людей за успешную сдачу ЕГЭ. В этом году первокурсники, набравшие по результатам ЕГЭ 100, 200 и 300 баллов, получат единовременные выплаты в 100, 200 и 300 тысяч рублей соответственно. Такое решение принял ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. Он подчеркнул, что это напрямую связано с поддержкой способной молодежи и дальнейшей мотивацией к самосовершенствованию. Каждый из нас большую часть жизни проводит на своем должностном месте. Иногда работа приносит нам удовольствие, а иногда приходится в тягость. От этого напрямую зависит качество выполняемых задач, которые ставит перед нами руководство. Для того, чтобы в компанию приходили высококвалифицированные специалисты, работодателю необходимо на постоянной основе заниматься развитием собственного бренда. Как с этой задачей справляется Казанский федеральный университет, смотрите далее. В голубом зале Казанского федерального университета прошел образовательный лекторий для высших образовательных учреждений столицы Республики Татарстан. Темой обсуждений стала работа над усилением бренда вузов. В начале мероприятия с приветственным словом выступил проректор по административной работе Сергей Прохоров. Он подчеркнул важность развития бренда работодателей. Казанский университет является не только известным в Поволжье образовательным учреждением, но и развивает свой бренд как работодатель. В прошлом году у нас в университете был открыт центр развития кадрового потенциала. Одна из его целей – это, создание положительного образа у университета, у сотрудников и у соискателей. Далее обсудили роль кадровой политики Казанского федерального университета в рамках реализации программы развития университета до 2030 года. Марат Сафиуллин, проректор по вопросам экономического и стратегического развития, рассказал об опыте участия Казанского университета в рейтинге 100 лучших работодателей от сайта ХХРУ. Главный момент в условиях дефицита ресурсов, помимо узнаваемости, помимо эффективности, есть это показатель вовлеченности. Поэтому вот на основе этого многомерного анализа, анализа практик образовательных, исследовательских, мы нашли ниши, которые при нашем человеческом индустриальном потенциале могли бы обеспечить вот динамичный рост. Развитие бренда работодателя важно для выстраивания коммуникации с работниками. Каждый из нас большую часть своей жизни проводит на должностном месте со своими коллегами. Поэтому создание экологичной атмосферы в коллективе – одна из ключевых задач руководства. Работодателя очень важен как для соискателей, тех людей, которых мы приглашаем на работу. И он важен для сотрудников организации, для того, чтобы люди понимали свою ценность в этой организации, чтобы они были вовлечены в процесс, чтобы мы как можно ценнее использовали человеческий потенциал. И тем более сейчас идет тренд на то, чтобы работодатели заботились о благополучии и о комфорте своих работников на рабочем месте. В 2022 году в рамках программы «Приоритет-2030» был создан Центр развития кадрового потенциала. Работа этого подразделения заключается в аналитике направлений, которые требуют особого внимания. В 2022 году Казанский федеральный университет вошел в рейтинг топ-100 лучших работодателей. ВУЗ занял 75-ю позицию в списке среди крупнейших компаний. Чтобы не испортить обстановку и ситуацию, необходимо провести тщательную подготовительную работу. Да, может быть, пообщаться с коллегами, которые прошли уже какой-то определенный путь, имеют и позитивный, и негативный опыт. Вот как раз мы вот в рамках этого мероприятия пригласили коллег из других университетов совместно с исполнительным комитетом города Казани и компанией HeadHunter для того, чтобы обсудить те проблемы, которые есть у нас, которые нас объединяют как общие проблемы, да, как у работодателей, проблемы, которые нас объединяют как работодателей образовательных организаций и, может быть, какие-то точные уникальные проблемы. Для КФУ заниматься развитием бренда работодателей – одна из ключевых задач. В штабе вуза трудятся сотрудники из разных сфер – врачи, преподаватели, воспитатели. Каждому нужен определенный подход и условия для выполнения качественной работы. Здесь есть два очень важных для нас аспекта. Во-первых, мы большой работодатель, то есть мы ведь нанимаем не только
научных работников, педагогических работников. Но у нас большой штат, практически 3000 врачей. У нас много обслуживающего персонала. И поэтому очень важно, чтобы на всех позициях были лучшие кадры. Поэтому в этом плане очень правильно для нас сверить часы и получить сторонние рекомендации, как нам улучшить процесс, потому что через HeadHunter мы видим, какие есть жалобы, почему люди уходят, что их не устраивает и, самое главное, как мы могли бы этот процесс улучшить. Отметим, что все вакансии, которые имеются в структуре КФУ, можно найти на официальном сайте Казанского федерального университета и на платформе HeadHunter. Важно, что при поиске вакантных мест через платформу HeadHunter соискатель может увидеть, что ВУЗ входит в рейтинг топ-100 лучших работодателей. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Андрей Багаудинов, Универньюз. Определены победители третьей очереди конкурса «Студенческий стартап». Грант в 1 миллион рублей на развитие своих бизнес-идей получит 1235 студентов. Из них 63 представляет Казанский федеральный университет. О том, как подготовить свой проект к победе в конкурсе, расскажет моя коллега. Студенческий стартап – это программа, реализуемая Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Ее цель – грантовая поддержка стартап-проектов студентов российских вузов. В 2023 году победителями в конкурсе стали 63 студента Казанского федерального университета. Направления у всех работ разные – от профориентационных и литературных до направленных на решение медицинских проблем или посвященных искусству. Так, например, выпускник Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Илья Андреев получил грант в 1 миллион рублей. Принял решение об участии в конкурсе я благодаря нашему директору Высшей школы журналистики Толчинскому Леониду Григорьевичу. Он предложил, и мы в сжатые сроки творческой группы подали заявку на участие в конкурсе. Проект Ильи – молодежная стриминговая СМИ. Актуальность работы заключается в создании контента, направленного в сторону молодежи. Выпускник Казанского федерального университета ведет активную работу в журналистской деятельности. На протяжении 3 лет он работал на университетском телеканале КФУ «Универ ТВ». Вел выпуски новостей на русском и английском языках, а помимо этого работал корреспондентом и вел свою историческую рубрику на телеканале. Сейчас Илья плотно взаимодействует с радиостанцией «Серебряный дождь». Я бы посоветовал проходить стажировки в крупных СМИ, работать, практиковаться, потому что когда вы набираетесь опыта и сейчас работая, руководя СММ направлением на «Серебряном дожде», уже что-то я понимаю, что бы хотел применить в этом проекте. Это раз. Второй момент – это принимать теоретические знания в университете, потому что ту базу, которую нам дали в КФУ и на кафедре телевидения, телепроизводства, она очень большая. Вот эти первые 2 курса, которые особенно были направлены на теоретические знания, они очень важны, и я посоветовал максимально окунаться в учебу, потому что то, что нам дают, те задания, которые дают, они очень важны. Как отмечает Илья, чтобы создать конкурентоспособный проект, необходимо тщательно подготовить теоретическую базу. По его словам, первое, что нужно сделать, обозначить актуальность своей работы и цели. Илья отмечает, что неотъемлемой частью успешной работы является сплоченная команда, для которой первостепенное – это результат. Нужно аккумулировать вокруг себя классных ребят, которые помогут подготовить проект, потому что очень много особенностей, особенно именно в этом проекте, который мы выиграли, с точки зрения документальной, с точки зрения технической, с точки зрения вот таких детальной проработки каждого аспекта, потому что деньги большие, там 1 миллион рублей, и нужно все расписать очень грамотно, поэтому я очень благодарен тем преподавателям, которые подключились к моей идее и докрутили ее, и написали, помогли, там Лидия Равильна Хузеева, это Шакурова Альбина Римовна, которые в сжатые сроки, буквально там за сутки, за несколько суток, смогли подготовить те документы, благодаря которым мы, собственно, и победили. Обладатель гранта отмечает, самый сложный и ответственный этап – подготовка документов. Здесь важно правильно оформить свой проект и расписать необходимые средства для реализации стартапа. Чтобы пройти конкурс от начала и до конца победы, необходимо четко понимать ключевую идею своего проекта и, конечно, грамотно отвечать на вопросы членов жюри. Сложный этап был подготовки документальной, потому что мы делали все в сжатые сроки, чтобы это документально все правильно оформить, потому что идея проекта есть. Я даже направлял эту идею в Министерство науки и высшего образования, Фальков ознакомился и поддержал и так далее. Но все это подстроить именно под формат Фонда содействия инновациям, расписать это все более детально, более конкретно, это, конечно, в этом задача большая была. Благодарность в этом есть.
сотрудникам кафедры телепроизводства, это Лилия Равильевна Хузеева и Альбина Римовна Шакурова, которые помогли, на самом деле, все это с точки зрения научной, технической и правильной, с точки зрения оформления, все это подготовить. Отметим, что 242 проекта победителя представляют Татарстан. 63 из них инициировали студенты Казанского федерального университета. Больше всего счастливых обладателей грантов в Институте филологии и межкультурной коммуникации – 10, в Институте информационных технологий и интеллектуальных систем – 9, а также 9 в Институте управления экономикой и финансов. Аделина Абдрахманова, Универньюз. Приближаются выходные, а это значит, что самое время распланировать их. В эфире Универньюз наша еженедельная подборка бесплатных мероприятий. Слово моей коллеге Маргарите Михайловой. Первая половина лета позади, но время для классных приключений, которые ты будешь вспоминать весь следующий год, все еще есть. Всем привет, меня зовут Маргарита Михайлова, и наша команда специально для тебя подготовила классную подборку бесплатных мероприятий в столице Татарстана. Я занята на записи, пока. Что может быть круче пятничной тусовки под открытым небом? 21 июля на набережной озера Кабан состоится вечер электронной музыки. Главный ориентир – красные скамейки у Ивы со стороны улицы Селимджанова. Вход свободный. Складывается ощущение, что афиши на эти выходные составлял какой-то пес. Крутой пес. Все выходные нас ожидают события, связанные с братьями нашими меньшими. Надеемся, на фан-встречу все придут. В субботу на Казанском ипподроме состоится выставка собак всех пород. Я одно время вообще думала, что эти штуки придумывают специально для кино. Ну, знаешь, вот в Гарфилде такое было. Что ж, есть вариант проверить, реальны ли эти выставки и что на них интересненького. Начало мероприятия в 9:00. А что? Может быть, мне рискнуть с ними на равных? Например, поваляться по земле, катая клубочек шерсти, или замурлыкать, или зарычать, как феррари, нет, лучше, как ягуар. Это больше, чем требуется от этих глупых собак. Ой-ой. О, вы это что, приняли на свой счет? Простите, мне конец! А 23 июля в Меге состоится Догфест. Будут конкурсы и показательные выступления. Участники смогут получить экспертные советы от грумеров и кинологов. Будут лекции и мастер-классы. Так что всем, кто хотел узнать о братьях наших меньших побольше, точно не будет скучно. А еще у вас будет возможность сделать доброе дело. Принести вещи или еду, чтобы передать их в приют. Начало мероприятия в 4 часа дня. Отдых, знаете ли, бывает разный. И это очень круто, если вы в свое свободное время не просто валяетесь на диване, как тюлени, хотя такое иногда тоже нужно, но и просвещаетесь, узнаете что-то новое. 22 июля в амфитеатре парка «Черное озеро» состоится лекция Александры Жарковой «Сила коммуникации. Как с помощью слов менять мир вокруг себя». Это отличная возможность прокачать soft skills. Я Брюс всемогущий, да будет воля моя! До конца лета осталось 42 дня. Самое время распланировать ближайшие выходные. И не работай, так и с ума сойти можно. А чтобы вопросов в стиле «чем бы сегодня заняться» не возникало, смотри Универньюз. Уже совсем скоро я вернусь в эфир с новой подборкой. До новых встреч! Ты так странно записываться без Саши. Саша у нас в отпуске. В отпуске. Даже Саша в отпуске. Студент 4 курса Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета Артем Черненко вошел в число победителей третьей очереди конкурса «Студенческий стартап» с проектом «Туристическое приложение «Экскурсион». Инновационность проекта состоит в разработке системного расположения QR-кодов около достопримечательностей и возможности формирования собственного маршрута по интересам. По словам студента КФУ, для начала мобильное приложение будет рассчитано на Казань, Екатеринбург и Калининград. По задумке, большая часть достопримечательностей будет оснащена стендами с QR-кодами, клик на который переведет путешественника в мобильное приложение. Также в мобильном приложении будут предложены различные готовые туристические маршруты. Там же можно будет послушать аудиогид. Фишкой проекта станет аудиогид в озвучке известных людей.
На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!